Туве пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, сообщается на официальном сайте Министерства культуры Тувы. 21 марта на сцене Дома народного творчества соберутся хоровые коллективы республики для участия в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля. В нем примут участие хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения, в том числе фольклорные. За право представить республику на окружном этапе будут бороться детские и взрослые коллективы профессионального и любительского уровней. Состав участников в коллективе не менее 16 и не более 50 человек. Коллективы в день отборочного тура представят на суд жюри 4 разнохарактерные произведения, одно из которых исполняется акапелла. Отмечается, что Всероссийский фестиваль проводится с 2014 года Министерством культуры России и Всероссийским хоровым обществом с целью популяризации хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства. Сохранение отечественных традиций вокально-хорового искусства.